Добрый день, дорогие друзья, добрый день, уважаемые радиослушатели, интернет-портал радиоцентра Сан-Гейтс начинает свои программы. Сегодня у нас пятница, 20 мая, в Чикаго 10 часов утра, в Москве 6 часов вечера. И сегодня у нас на связи Москва-Россия и психолог Вероника Рудагина. Вероника, здравствуйте. Здравствуйте, доброе утро и добрый вечер, Москва. Да. Ну, давайте продолжим. Мы говорили в прошлой нашей программе, отклики у нас были, смотрят нас на экранах, так сказать, своих компьютеров, те, кто подписаны на каналы YouTube и на Facebook тоже. Мы говорили с вами о семье, о вечных ценностях семейных и о роли. Вначале мы говорили с вами о взаимоотношения родителей и детей, а потом мы перешли к самим таким родителям. И вот семья, главенствующая роль в семье. Ну, мы знаем о том, что существовали во все времена такие понятия, как патриархат и матриархат. И вот появилось новое понятие, сегодня модное слово биархат, правильно? Да, верно. Да. Ну, происходит от греческого «би» — это «два», а «арке» — это, по-моему, равновесие, да? То есть, как... то есть, семья, получается, по сути дела, уже нету главенствующей роли, как было раньше, той или другой, и сегодня ратуют вот те, кто, конечно, ратует за равноправие. Расскажите, Вероника, вообще-то говоря, откуда и чего, и когда это все вот зародилось, это вот равноправие? Раньше вроде бы не было такого. Ну, во-первых, если говорить про матриархат, говорить про патриархат, то мы говорим о способах социального устройства, брака и вообще взаимодействия, да, полов. И историки слайда имеют мнение о том, что, скорее всего, изначально культура матриархата, которую когда-то потом сменила культура патриархата, и то есть одна культура доминировала над другой, да, скажем так, одна форма социального устройства в силу каких-то причин доминировала над другой. Понятно, что свои были у этого плюсы и минусы, скорее всего. Но мне кажется, что и то, и другое в устройстве социального человечества осталось. Матриархат до сих пор остался в каких-то племенах, и патриархат, достаточно яркий патриархат, это Восток, да, скорее всего, устройство Востока, да, где там, как бы женщины очень ограничены в правах и так далее. Да. То есть, на мой взгляд, в человечестве есть все формы социализации, все формы социального развития, не знаю, на всякий случай, да, скажем так. Да. То есть все пути развития каких-либо вот парных взаимоотношений, они все вот в истории и в социуме отражены так или иначе и до сих пор в нем хранятся, да, никуда не исчезли, не вытеснили абсолютно на другую. Но то, что касается биархата, то есть семьи, которая устраивается по принципу некого равноправия, равновесия, да, как вы верно еще заметили, то, на мой взгляд, это как бы продукт, что ли, да, феминизма отчасти, его достижений. И вообще весь 20 век, мне кажется, да, это такая как бы идея, которая пронизывала, наверное, все слои общества, о некой вот биархатной культуре вообще, да, не только в устройстве брака или в устройстве мужско-женских отношений, да, как это называется, а в межрасовых отношениях, да, в том числе, ну, по крайней мере, Европа, да, то есть и Америка, да, в том числе, вот где вот сейчас, это вопросы дискриминации, попытки найти некую равность, да, преодоление каких-то вопиющих социальных разрывов, да, в том числе.
и женское движение тоже, да. Поэтому мне кажется, что весь 20 век такая немножко подготовка, что ли, да, вот к поиску этого равновесия, такая гигантская какая-то внутренняя смена концепции, что ли. И вот, может быть, 21-й с разными явлениями и с однополыми браками, которые как-то договариваются, да, вот на какой-то форме своей социализации, и с браками, где нет одного партнера, да, как бы разный брак становится приемлем, разные семьи становятся приемлем. И я не о том, хорошо ли это, плохо, да, но я о том, что тем не менее везде начинает превалировать некая форма, это поиска биархатности, да, то есть как это можно сохранить в равновесии, где я имею значение и другой имеет значение, и мы равны, да. Ну вот, на мой взгляд, такая тенденция времени к этому есть. Ну, хорошо. Ну, мне бы хотелось понять, я полагаю так, что нашим радиослушателям было бы тоже, в общем-то, более понятно. А все-таки в чем заключается, с вашей точки зрения, вот это равновесие, вот эта биархатность? В чем? Мы сейчас говорим о муже и жене. Мы говорим о семье, ячейке общества. Да? В чем равновесие? В воспитании детей, в кормлении там младенца, в работе, в отношениях. Я тебе сказал, ты мне сказала, выполняй, нет, не буду. В чем? Ну, во-первых, я думаю, что каждая отдельно взятая семья, она все-таки договаривается. Но в целом, да, я думаю, что такая тенденция к... Ну, то, что нам принес феминизм, и это, как вы помните, мы говорили в тот раз, да, идея феминизма не в том, что я делаю так же, как ты, а я делаю то же самое, как ты, но как-то по-своему, да, вот в силу своих возможностей пола. Ну, я полагаю, что биархатная культура, она предполагает, такой есть старозабытый лозунг, от каждого по способностям, каждому по возможностям. Да? Правильно. Это так, когда... Какая же может быть тогда в таком случае равноправие? Он пошел в джим качаться, и она пошла в джим качаться. Угу. Надо ли ей идти качаться в джим, поскольку он тоже туда пошел, и он как бы, ну, как мускулов больше, так, и ей как бы надо было. В этом заключается равноправие. Они вдвоем качаются в джиме. Ну, я думаю, что про равноправие, это когда я делаю, да, вот, ну, абсолютно так же, как и ты, да, но, наверное, про это мы не говорим, да, мы говорим про то, что когда семья строится по некому принципу, где есть действительно некое равновесие, и... Вероника, мне, извините, непонятно, что такое равновесие, а равновесие в чем? Когда мое представление, мнение, пожелания, они имеют значение примерно такие же, как и твои, да? То есть мы можем говорить обо мне так же и уделять мне там такую же роль внимания, как и тебе, да? А раньше не так было? И мы пытаемся договориться. Но мне кажется, что все-таки такая старая модель семьи, где женщина голова, мужчина шея, да, мы... Ой, прошу прощения, наоборот, да, где мужчина голова, женщина шея. Но она зачастую все-таки предполагала такой вот авторитет отца, да, что мы живем по закону отца, мы живем по идее отца, и мы живем по сценарию отца. Сейчас не так? Сейчас биархатисты, если можно так сказать, они ратуют за другое? Я думаю, что в любом случае, во-первых, социальное положение сильно меняется, да, оба супруга могут работать, оба супруга могут вносить свой вклад в экономическую составляющую семьи, в бюджет, да, соответственно, оба тогда могут этим бюджетом думать, как распоряжаться, да, то есть это достаточно равноценное мнение, да, оба могут быть заняты весь день. И вот тот самый насущный вопрос домашних обязанностей, да, когда там, я после работы делаю то, что я ничего не делаю, а ты после работы делаешь то, что ты еще что-то делаешь. Что да? Тебе положено делать. Он все-таки, да, начинает обсуждаться. Достаточно любопытное вот тоже явление, да, что, ну, вы знаете, да, что никогда раньше в мужских туалетах, например, не было пеленальных столов, а сейчас они стали появляться. Да, серьезно? Тоже такой, ну да.
как ни странно, что... У вас цивилизация, у нас в Чикаго. Я, правда, не ходил в женские туалеты. А, подождите, а в женских туалетах ничего не изменилось? Только мужские стали появляться пеленальные столы. Но комнаты с доступом для пеленания сейчас есть, да, вот как бы для обоих полов. И, ну, мне кажется, это очевидно, что мужчин там можно встретить сейчас гораздо чаще. И это, кстати, тоже такой женский шовинизм, да, вот такая отобранная роль, да, да, вот, в кинофильмах, да, что он не может этого делать. В кинофильмах смотришь, бывает, женщины ходят в мужские, а мужчины ходят в женские туалеты, я знаю. Сейчас я знаю, что в Америке есть такие дополнительные, третий вид туалета, да, верно? Это я не знаю. А это для кого? Ну, по крайней мере, я знаю, что во всех общественных местах они появились, в аэропортах и так далее. И это для трансгендера. Серьезно? Для некого такого дополнительного, что ли, пола. Или для людей, которые спят. Я отстал от жизни. Цивилизация проходит мимо, я смотрю. Я как-то, да... Да, изменения колоссальные. Я не знаю, правда, да, к чему это приведет. Во-первых, мы не знаем, к чему приведет и биархатная культура тоже, да. То, что патриархат, сменивший матриархат, постепенно, да, идет к биархату, но дальше, да, следует же тоже что-то еще, да. Ну вот что, сложно представить. А то, что вот появляются такие места общественного пользования для людей, которые не определились со своей идентичностью, это тоже такое, знаете, веяние времени, его приходится принимать, верно? Вероника, скажите, а к вам обращаются по этому поводу люди с проблемами с такими? Уточните, пожалуйста, с какими? Межгендерными или трансгендерными? Нет, у меня небольшой опыт, кстати. Я думаю, что, ну, это вообще такая достаточно малочисленная часть. Да, пока. И мало кто как бы сталкивается. Это очень закрытая субкультура, на мой взгляд. Да? Я не сталкиваюсь. Ну, хорошо. Тогда с проблемами, допустим, вот этого равновесия, что ли, в семье, и распределение обязанностей. Вообще-то говоря, в ведических традициях существует даже такое учение о обязанности мужа, обязанности жены. Оказывается, есть такие обязанности, это типа даже чуть ли не законы. Но это давно забытое, которое, конечно, можно узнать, но сегодня не приемлют. Но вот приходят к вам на консультацию, допустим, пара, семья, или приходит он, или приходит она, и как раз-таки по этому поводу задают вопросы. Такое же наверняка у вас есть в практике. Люди, которые только устраивают свой брак, да, безусловно. Им приходится очень о многом договариваться. Потому что, во-первых, сценария есть как минимум два со стороны супруги и со стороны супруга. И, ну, надо выбрать, да, какой-то общий. И первый год, мне кажется, брак, он в любом случае вообще посвящен проблемам договаривания. Как мы будем жить вместе? А раньше не было такого? Или раньше когда? Ну, я думала, в вашей практике, я имею в виду. В моей практике нет. Ну, как бы в моей практике было, конечно. Конечно. Я не думаю, что там на моем веку это незначительное изменение. Нет. Угу. Но тенденция все-таки сейчас, раз появился такой термин, биархат, то, наверное, и появились сейчас люди, которые обращаются к психологам вот именно в этом отношении. Да, но, во-первых, я думаю, что когда термин появляется, он, конечно же, не является каким-то прописанным сценарием, да, то есть, ну, непосредственно инструкции, да, то есть скорее мы термином пытаемся назвать или вобрать какое-то изменение или явление, с которым мы сталкиваемся. И вот термин биархатный, да, он подразумевает, да, вот некую такую сложность с двух сторон, да, вот. Но я думаю, что семьи, которые приходят, зачастую, да, бывает так, что сценарии, которые им достаются из своей семьи, для них достаточно старомодны.
им сложно как бы сделать что ли их реплику, да, вот интегрировать их в свою жизнь. И приходится искать какой-то дополнительный, новый, потому что жить так же, как жила семья матери или отца, становится гораздо сложнее, потому что меняется скорость информационного потока, времена, взаимоотношения. Ну, действительно, да, женщины начинают делать карьеру, часто их за это ругают, или они встают перед достаточно сложной дилеммой: семья или работа, семья или карьера, семья или там собственное продвижение, собственное дело или ребенок, да, то есть это та дилемма, которую большей частью приходится женщине решать в семье. Ну, вы же не будете отрицать о том, что действительно в наше время как-то женщина выходит из тени, что ли, и все больше и больше пытается завоевывать пространство, которое раньше принадлежало мужчине. То есть, и они уже, так сказать, и лидеры каких-то компаний, бизнеса, леди, и вот у нас уже впервые, возможно, будет президент Америки, это женщина. То есть, как-то все-таки тенденция в этом плане, ну, действительно идет. То есть, может быть, мы возвращаемся к матриархату? То есть, переходный период биархат, а потом мы опять движемся в том направлении, как вы думаете? Вот это сложно мне сказать, да? Сложно сказать, потому что я не социолог. Мне сложно действительно вот предсказать такие футуристические, да, практики, что бы могло бы быть в следующем. Ну, по крайней мере, эти основные формы, которые мы знаем. Матриархальную, патриархальную форму и биархатная форма, она тоже, да, вот, ну, несколько новая. А уж что может последовать заново, я не знаю, может ли быть такой виток назад, такой ретро. Ну, хорошо. Все-таки скажите, в практике вашей или практике ваших коллег, в связи с изменением статуса, социального статуса, тем не менее, появляются, безусловно, какие-то все-таки дополнительные вопросы, дополнительные проблемы, возможно, появляются в отношениях между супругами, если мы сейчас говорим все-таки о семье. Угу. Тенденция такая существует сейчас или нет? Дополнительные вопросы. Вы знаете, во-первых, мне кажется, что есть такая тенденция, что семья, наверное, сейчас больше может выбирать. Вот как верно вы упомянули, жить ли по закону вет, если так можно сказать, да? Uh-huh. Жить ли по семейному сценарию, да, который достался, жить ли по закону домостроя, да, в том числе это уже, между прочим, да, сохранилось. То есть возможности выбирать, мне кажется, у семьи сейчас гораздо больше, общество более толерантно. И это не один единственный сценарий, все, да. Потому что, ну, мне кажется, буквально какие-то там 30 лет назад какие-то инаковые формы, они социально обсуждались, потому что что делает социум зачастую, да, социальность, она регулирует, да, ну, какими-то чувствами, да, которые мы переживаем, соприкасаясь с социумом, наша нравственность, да, как бы позиция социальная, она регулируется. И вот буквально какое-то время назад семья, которая была неполной или, не знаю, не очень успешной с социальной точки зрения, да, она порицалась, верно? Женщина, которая воспитывала ребенка одна, да, там имела какие-то определенные названия, и которые предполагали какой-то сценарий, да? То есть, если ты сделаешь так, если ты останешься с ребенком одна, то, да, последует то-то, то-то и то-то. И это будет что-то там, не знаю, ужасное, неудачное, неуспешное, да, и так далее. И мне кажется, что все-таки вот это становится меньше. То есть, если социум уже не регулирует себя, да, таким образом, да, то эти законы изменились. Ну, если мы говорим, во-первых, о ведическом обществе или законы, законы вет, веда переводится как знание. Ну, если человек знает, тогда это не является, это и есть закон. Это и есть закон правильного функционирования. Так вот, такого вопроса в то время вообще не было. То есть все прекрасно понимали и знали, что существует, должна существовать семья.
И одиноких там семей, там неполных семей, такого понятия вообще не было. Поэтому до сих пор, скажем, в Индии, к примеру, количество разводов в процентном отношении просто невероятно меньше. То есть, не знаю, не так давно было всего 3%. Не знаю, сколько сейчас. Ну, наверняка больше сейчас. И, в общем-то, все. Даже Индия смотрит, Восток смотрит на Запад. Так проще, наверное. Так, я сейчас говорю вот о чем. Что если такого вообще раньше не было, так мне кажется, что вот это то, что начинает выравниваться, в основном это то, что касается женщины. То есть теперь женщина выбирает, а надо ли ей в конце концов иметь семью, а надо ли ей иметь мужа, а чего? Ну, какие-то выполнить какие-то свои потребности она элементарно может в любой момент. И для этого не надо заморачиваться какими-то обязательствами. Это все-таки серьезные вещи. Поэтому сейчас такая тенденция, на мой взгляд, все больше и больше превалирует. Именно потому что именно вот это равновесие приводит к тому, что теперь очень многие вещи решает женщина. Она решает, более того, что женщина начинает решать, как жить мужчине. А вот в тех же ведах, как бы, да, прежде чем учить, к примеру, мужчину, допустим, даже вот сегодня есть, ну, женщина, вот вы, психолог, правильно? Вы же учите, как правильно функционировать, да? Есть учителя женщины, они обучают, правильно? И вот прежде чем к ней приходит, допустим, раньше, повторяю, так было, прежде чем начать обучение мужчины, она должна спросить у него разрешения. Она не должна его обучать. Более того, жена не должна была в приказном порядке, как это сейчас случается, или требовать, или что-то. Она должна спросить, как бы, а вот не хотел ли бы ты пойти, к примеру, выбросить мусор? Да? К примеру. Mm-hmm. Вот. Ну, так было раньше. Сейчас по-другому. Но есть люди, которые... Я с такими людьми знаком, которые очень и очень и очень осторожно относятся именно к таким вещам, где взять лидерство, стать главой какой-то. Они очень осторожно относятся к этому. То есть, понимаете, есть предназначение каждого человека, и предназначение женщины действительно ее обязанность есть. Это не значит, что она должна выполнять какую-то теперь уже роль, которую вот сегодня в социуме, ну, так принято, что ли. Вот как вы считаете? Мне кажется, что каждому человеку, наверное, важно узнать свое предназначение, понять его или реализовать его, да, каким-то образом. Мы называем это смысл жизни, и когда он утерян, мы можем впасть в депрессию, и нам может даже перестать хотеться жить, мы можем потерять связи с окружающими или разочароваться в чем-то, да. И поэтому это огромное значение, да, ощущение этого внутреннего смысла. Я думаю, что в каких-то парных взаимоотношениях, во влюбленности, в создании семьи мы тоже ищем смысл, и это очень важно, что мы ищем смысл себя в этих отношениях и другого человека для нас, да, в чем его смысл. И как-то вот на эти смыслы, на эти вопросы совместно в семье отвечаем. Любопытно, что такой пример привели, как жена должна спросить мужа, но это будет иронично звучать, если мы пофантазируем, что муж спрашивает жену: дорогая, а могла бы ты сегодня приготовить ужин или вдруг вымыть посуду, или, может быть, отвезти наших детей в школу, если бы тебе было не сложно. Да. И я думаю, что вот культура биархата – это попытка найти взаимодействие двух полов такое, чтобы в нем было как-то вот как-то иначе, да. Наверное, если бы не было желания что-то изменить, оно бы даже, скорее всего, и не появлялось, да. Но найти какое-то новое взаимодействие, новое равновесие, новые какие-то точки соприкосновения, может быть, да. Потому что предыдущие либо утеряли смысл,
да, в силу какого-то экономического или социального значения, да. И, ну, либо вообще нужен, да, какой-то вот там новый язык браки. Поэтому сейчас много говорят про то, что институт брака меняется, да, теряет, как бы, не знаю, свою идею, и как он изменится, да, сложно предположить. Но я не знаю, могут ли быть женщины учителями или нет. Я знаю, что вот, ну, с аналитической точки зрения, вот все институции, это все-таки такая, как бы, материнская структура, по сути, да. Все, что касается обучения школы, и, конечно, в школе педагоги в большом проценте преобладают женщины, да. И воспитывающие, да, до определенного возраста, потому что до определенного возраста это поддерживающая материнскую структуру с психологической точки зрения. Поэтому у женщины, я думаю, что, видите, как-то вот очень естественно этот компонент тоже есть. Такого, ну, учительницы. Учительница, конечно, такое, да, специфическое слово. Вот странно, да, что учитель, оно вот как бы имеет один смысл, а учительница совершенно другой. Да? Придется тогда применить же мужской термин, да, женщина-учитель, вот она как бы что-то дает, да, вот в этой материнской матрице до какого-то возраста, это тоже ее. И почему учительницу дети называют училка? А вот учителя училк не называют. Ну да, да, любопытно. Я думаю, что дети интуитивно понимают, что вот в материнской матрице там, ну, может быть, много каких-то и таких вот враждебных переживаний тоже, ну, в кавычках, да. Но это основная структура материнская, с которой дети все-таки имеют дело до определенного возраста. Поэтому, может быть, да, и вот действительно как бы опосредованное такое, да, вот выражение, это усталость от нее, и училка, и так далее. Вы знаете, в ведическом обществе было разделение на самом деле. Теперь во многих народностях тоже это, конечно же, есть. Но было разделение. Мальчики отдельно, девочки отдельно. Ну, вот да. Была школа, она называлась Гурукула. И там детей принимали с 5 лет, и эти дети были мальчики. И там были учителя, которые их обучали. Как себя вести, ну, короче говоря, был целый процесс, и там были стадии постижения знаний каких-то. А вот девочки, они никуда не ходили, их обучали их матери, потому что считалось там всегда, что мамы, они знают, что надо, то есть их готовили к той жизни, которая была принята. И это не значит, что это было какое-то там первобытное общинное общество, это было очень высокоразвитое общество в то время. Ну, сегодня, если опять же по ведической концепции, мы живем в Кали-югу, это последняя четверть цикла, который заканчивается полнейшим разрушением всего. Ну и поэтому это все знаменуется какой-то, ну, незнанием, невежество, это переводится как незнание. По-английски это ignorance. Поэтому люди сегодня, ну, хаотически себя ведут во многом. Они просто, ну, не знают, чем что-то им может грозить. Ну, это относится к злоупотреблениям какими-то там транквилизаторами и так далее. Ну, типа наркотиков. Главное получить сегодня вот удовольствие и так далее. А чем это может грозить, это уже потом. Вероника, вы знаете, давайте мы на этом остановимся. Вообще-то говоря, тема очень неоднозначная. Вопросов у нас, у меня больше, чем ответов. То есть я бы вам их и задавал. Но еще раз, надо переварить хотя бы эту информацию, которую вот мы сегодня с вами озвучили. И наши радиослушатели, зрители, видеозрители, точнее, они, возможно, поделятся с нами своим пониманием этого вопроса. Ну, а если нет, они могут задать нам вопросы, которые, так сказать, мы озвучиваем, естественно, в следующих наших программах будем озвучивать. Ну, и это вопросы вы можете задавать по Skype. Это SunGates 108, солнечные ворота 108, и тройной W, sungatesradio.com, sungatesradio.com.
И там тоже оставить можно свои комментарии и свои вопросы. Ну, а на этом наша программа заканчивается. У нас еще одна будет один сегмент сегодня в 8 часов по московскому времени. Пожалуйста, оставайтесь с нами. И мы вернемся к беседе о обществах, да, матриархату, патриархату, биархату и каких-то, возможно, там следующих формациях уже на следующей неделе. Спасибо. Хорошо? За дискуссию, да, была рада.